В Хибинах серией больших горнолыжных стартов завершился зимний спортивный сезон. На трассе Кировской спортшколы Олимпийского резерва состязались ведущие спортсмены России. Зрелищный марафон включал в себя международные соревнования на призы горнолыжного курорта «Большой Вудьявр», финал Кубка России и профессиональные соревнования «Серия ПРО». Начали сезон в городе Кировске, заканчиваем в городе Кировске. Что касается погоды, мы уже 3 года так начинаем и так заканчиваем, когда идет снег, дует ветер. Поэтому уже традиционно можно сказать, что мы за погодой сюда приезжаем. Финал Кубка страны прошел в экстремальных условиях. Из-за порывистого ветра и плохой видимости многие участники соревнований были вынуждены сойти с дистанции. Этой весной у нас не просто сложные погодные условия были, да, но и очень сложное полотно трассы. Мы его готовили, мы его проливали, но случился сильнейший дождь, и он практически уничтожил все полотно. И нам пришлось выходить из ситуации. Мы снова нагребали снегу. Всю ночь у меня работали сотрудники, помогали нам работники горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр». Мы справились с этой задачей. И, конечно, спортсменам пришлось очень нелегко. Победители финала Кубка России – представители Московской области Виталий Нагирина и Семен Ефимов. В десятку сильнейших спортсменов страны вошла и кировчанка Александра Наумова. В слаломе у нее 7-й результат. Участники всех ключевых соревнований по горнолыжному спорту, которые проходят в России, большой соревновательный сезон 3-й год подряд открывают в Хибинах. Сюда они приезжают на первый снег и сюда возвращаются на закрытие сезона. Это Кировск, это север. В ноябре здесь, например, очень холодно, те же ветра, да. В апреле бывает по-разному. В прошлом году было солнечно, в этом году метель, ветер. Но, наверное, это одно из немногих мест, куда можно приехать, скажем так, в начале зимы, конец осени, и в самом конце весны, и снег еще будет. Поэтому мы этому безмерно рады. Мы рады, что здесь нас ждут. Отличное место для тренировок и соревнований. Международные соревнования на призы Большого Вудьявра проходят 2-й год подряд. На этот раз в них приняли участие около 120 сильнейших спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Сербии и Армении. Я очень благодарен всем гостям, которые приехали к нам в гости, которые приехали к нам на эти соревнования. Спасибо вам огромное, приезжайте еще. Я желаю вам всем только здоровья, только сил, счастья, мира и побед везде. Спасибо. Призовой фонд международных стартов обеспечил горнолыжный курорт «Большой Вудьявр». По сравнению с прошлым годом он увеличился в 2 раза. Очень радостно и приятно, что большие соревнования в Кировске по разным видам спорта, в том числе по горным лыжам, они входят в большую постоянную цикличность. Все мы с вами встречаемся теперь регулярно, ежегодно, ежеквартально, и можем друг друга радовать прекрасными результатами, улыбками, счастьем. И «Большой Вудьявр», компания «Фусагро» будет и дальше поддерживать все спортивные события, которые у нас здесь проходят. Спортивный сезон завершился, но горнолыжный на склонах курорта «Большой Вудьявр» продолжается. Он продлится до последнего снега на трассах.